Добрый день, уважаемые подписчики и гости нашего канала. Я с детства была неравнодушна к камням, к земле, к деревьям. Ходила, искала раненые деревья, лечила их. Бинтовала, бабушка мне с больницы все много приносила всякого материала. И вот сейчас я взрослый человек, но радость моя, она настолько соединяется с миром души, с душой мира, то есть вот этим великолепием, пробуждением, зарождением. Вот это сердце новой жизни, оно бьется во мне воедино. Я не могу это передать, просто переполнено. Это такой огромный, единое дыхание и сердцебиение всего мира, всего мироздания. Так к чему я здесь? Я поднимаюсь на эту гору. Сейчас уже можно подниматься, потому что уже теплее, силы бьют ключом из земли. Я просто призываю всех, ходите босиком, вы будете чувствовать со временем, как движется земля, как она дышит, как она разговаривает, как она вас понимает, как она сопричастна каждому человеку, каждой душе. И вот при нехватке сил, при нехватке энергии, после долгой зимы, я вам покажу одну небольшую медитацию или упражнение, как брать силы у матушки природы. Просто нужно стать босиком. Я люблю просто это место, я не хочу никому сказать. Я очень люблю это место, оно сильное, камни дают силу. Стать босиком на землю, почувствовать, как вы стоите, как у вас ноги срастаются с землей, как корни деревьев. Вся сила должна быть ниже колена. Такое чувство, что я выросла в эту землю. У меня корни, и я не могу двинуться. Какие бы ветры сейчас ни дули, я стою крепко. Я стою, и стержень мой со мной. Он идет из земли, и земля меня держит. Ядро, любовь. Она связана с нашей первой чакрой. А все остальное, что я чувствую, любовь, все открытия, доверие, дыхание, общее принятие, общая совокупность со стихиями, с нашими братьями и сестрами, она здесь, в сердце, это зеленая чакра. И когда вы поднимаете руки к небу, здесь у нас находятся чакры, которые получают. Вообще одна рука правая, она принимающая, левая отдающая. То есть правая рука связана с небом, отец неба, левая рука с матерью землей. И когда вы вдыхаете, выдыхаете через эту чакру светло-голубую или белую такую белесую энергию, у вас будет неметь аж рука. Вдыхайте и просите: батюшка неба, надели меня силой, надели меня мудростью, укрепи меня, все энергетические тела. Дай мне радость, общее всепринятие. У меня просто повышается настроение, и я не могу даже дышать от того, что она, сила идет через руку. Вдыхайте эту силу через сердечную чакру и оставляете ее здесь. Потом выдыхаете и также просите силу у земли, матушки, матушка земли, матушка землица, поделись силой своей. Через чрево твое передай силу твою, великую мудрость и любовь. И при вдохе берете из ядра земли, оно красного цвета, там лава. Берете и вдыхаете красную энергетику и проводите ее до первой чакры. Но при соединении у вас будет выделяться красное с зеленым, если соединить. Это фиолетовый цвет. И этим фиолетовым цветом
раз за разом, вдох, выдох, вдох, выдох. Получаете силу от неба, получаете силу от земли. Смешивайте здесь. И это фиолетовой краской. Визуальным зрением смотрите свою ауру и размазывайте ее, как будто бы медом или маслом по кумшину. Всю вашу оболочку, ауру изнутри. Залатываете все дырки, освежаете все соки. И в конце можете сказать: «Да! Я люблю тебя, Творец Великий!» И в этот момент пустите всю радугу возле вас. И этот порой, этот концерт, эта пляска, она вас оживит. Оживит и даст мощь жить дальше, любить, принимать, не бояться, доверять. Если у вас есть какие-то вопросы, если вы что-то не поняли, пишите. Я вам отвечу. Постараюсь сделать отдельное видео про эту всеобъемлющую медитацию любви. Благодарю вас за внимание. Любите себя и своих близких. И старайтесь глотать любовь, глотать жизнь, новое начало. Через ноги, через руки, через кожу, через все-все-все трогайте, берите силу. Природа делится с нами. Всем хорошего времени суток. Пока-пока.